Но я хотел бы все-таки пожелать здоровья, чтобы меньше пользовались автомобилями скорой помощи. А больше был запрос вот на такие замечательные автобусы, чтобы больше было детей, чтобы было больше счастья. Ну и, конечно, чтобы у всех было настроение. Мы рады вместе с Валерием Васильевичем то, что у нас все это получилось. Потому что по-разному проблемы решаются. Некоторые решаются быстро, а некоторые не решаются 80 лет с момента образования области. Но было бы неправильно говорить о том, что области всего 80 лет. На самом деле, Иван Георгиевич, учитывая, что вы идеолог этого торжества, области 80, а Саратовская губерния 217, а городу Саратову 426. Друзья мои, живите долго, счастливо и смотрите, самое главное, не на даты, а на то, что мы должны с вами сделать еще многое, и очень многое зависит от нас, и у нас самое главное получается. Спасибо вам большое.